Тему доклада вы видите на экране. Работа выполняется на кафедре зоогигиены и птицеводства имени Даниловой под руководством заведующего кафедры академика Российской академии наук Ивана Ивановича Кочиша. Исследование мы выполняем совместно с Калининградом, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Бабич Ольга Олеговна, руководитель. Почему бурые водоросли? Стали изучать литературу, смотреть патенты, смотреть регистрационные документы на кормовые добавки и обнаружили, что в значительном количестве кормовых добавок, которые называются адсорбентами, адаптогенами, фитобиотиками, пребиотиками, содержатся бурые водоросли. И поставляют нам самые разные зарубежные компании из Америки, из Европы, из других континентов. И мы решили разобраться, чем так интересны бурые водоросли. Да, конечно, есть большой массив публикаций. Немножко о добыче белых водорослей, бурых водорослей. Бурые водоросли на Белом Буре добываются достаточно давно. Это тяжелый физический труд, вручную. Собираются вот белые ночи, сушатся. И получается очень хороший продукт, который содержит ряд биологически активных веществ. Прежде всего, это йод. Йод в органической форме, он высоко доступен. И установлено, что усвоение йода из бурых водорослей на 70% выше, чем при использовании даже медицинских препаратов. Но вы хорошо знаете, что йод необходим организму для синтеза ряда гормонов и прежде всего для нормальной работы щитовидной железы. Кроме йода есть еще бром, антистрессовый компонент. И есть вот такой интересный полисахарид, фукоидан, который достаточно давно изучен нашими медиками в России, защищены несколько диссертаций. Установлено, что, во-первых, он антиоксидант, поглощает активные формы кислорода. Кроме этого, он стимулирует активность эндогенной антиоксидантной клеточной защиты, активность таких ферментов, как супероксид дисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза и другие ферменты. Кроме того, оказалось, что фукоидан стимулирует развитие бифидобактерий, которые отвечают у нас за нормальную работу иммунной системы. Изучили совместно с калининградцами химический состав. Вы видите на экране, йода много, альгинаты, полисахарид. И я прослушал два интересных доклада и обнаружил, что, оказывается, полифенолы в бурых водорослях тоже есть. Есть и пищевые волокна. Все это полезно, в первую очередь, для микрофлоры кишечника. Изучили жирно-кислотный состав липидной фракции, обнаружили ряд ненасыщенных жирных кислот, в частности, линолевую кислоту в достаточно большом количестве. Состав вы видите на слайде. И аминокислотный профиль. Я выделил две любимых аминокислоты у зоотехников. Лизин-метионин. Да, водоросли, может, мы добавляем немножко, но это хоть и копеечный вклад в аминокислотный баланс. И в нашем виварии, в Международной лаборатории молекулярной генетики и геномики птиц на базе Академии, поставили первый опыт. Это только начало исследований. Мы взяли высокие концентрации водорослей, некоммерческие. От 0,5% до 1,5%. И посмотрели на нашей модели, как они влияют на яйценоскость, массу и качество яиц. Вид измельченных бурых водорослей, которые мы добавляли в комбикорм. Я продублировал состав по питательности, протеин, жир. И получили вот самый интересный результат. Это увеличение средней массы яйца. Результаты с хорошей достоверностью. Увеличивается масса яйца 3,5 до 4,4%. Морфологические показатели качества яиц влияния сильного мы не увидели. Так же, как и мы не увидели заметного влияния на продуктивность и сохранность.
Таким образом, мы установили, что главный фактор влияния бурых водорослей в рационе – это влияние на размер, на массу яйца. Но исследования будут продолжены, и мы планируем взять небольшие концентрации бурых водорослей, как в коммерческих западных препаратах. Это порядка 50-100 грамм, может быть 200 грамм на тонну комбикормов. И изучим молекулярный механизм. Спасибо вам за внимание. И в заключение, в качестве анонса, я хотел бы пригласить к сотрудничеству яичные птицефабрики, поскольку у нас в Академии реализуется грант Российского научного фонда, посвященный изучению молекулярных механизмов продуктивного долголетия у кур несушек. И мы ваш материал, наше исследование. Но вам интересны фабрики, которые линьку используют? Да, или? Очень интересны. Ну, давайте вот в кулуарах тогда обсудим. Хорошо. Спасибо большое. И давайте.